Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марины Стик. Сегодня 24 июня 2020 года. И вот появляется на свет третий малыш Виктории. Еще до конца не родился ребенок. Опять такой же крошечный. Я просто в шоке, сколько она носила. И не отъелось у нее там ничего. Вика, как вы видите, рожает сама легко и спокойно. Потуга идет, продвигается щенок. Она его облизывает, порвала ему пленочку. А он уже рядом с сисечкой. Остается только обработать пуповинки, растереть ребенка, чтобы он открыл легкие, взвесить для контроля веса. Вот. Не хочется ее трогать руками. Она не хочет, она рычит, она делает все сама. Вика опытная мама, мы особо за нее не переживаем, только лишь помогаем. Вот и рождается щеночек. Вот так вот, видите, потихонечку мама его здесь вылизывает. Там тужится, и ребеночек уже показались лапки, после чего выходит послед, который мамочка должна отгрызть. Ребенок опять совершенно крошечный, это меня настораживает. Ой, и пугает оно, что делать, как называется, что родилось, то родилось. Будем бороться за каждого малыша. Возможно, Вика у нас мамочка молочная, очень внимательная, очень старательная и заботливая. Я надеюсь, что малыши наберут свой вес, потому что этот малыш, похоже, еще меньше. У мамочки послед, она вырывает сейчас пуповинку, перегрызает, одновременно пытается гладить щенка, дотуживает еще. А, у нее два щенка одновременно, ребят. После этого щенка у нее следом идет второй щенок. Все, заканчиваю запись. Будем помогать ей разбираться со щенками. Это у нас 11 утра, 24 июня. Два щенка одновременно родились. Вот, видите? Опять светленький, но хоть покрупнее. Это уже четвертый щеночек. Все, снимаем пленочки, помогаем маме. До новых встреч на канале питомника Марины Стик.